Ко дню города и столетию Татарской автономной социалистической республики на фасаде здания Института международных отношений КФУ появится мурал. Этот уникальный проект поможет связать прошлое, настоящее и будущее республики. Его автором выступит Рустам Кубик, работа которого известна не только по России, но и за границей. Центром композиции будет выступать ремесленник, который занимается традиционной резьбой по дереву. Я решил не придумать что-то прямо очень, ну, совершенно новое для меня, а выполнил эскиз в том духе, который был мне близок. Это ремесло, народное творчество и так далее, там история и так далее. Мечта о будущем, о том, что там старые поколения строили наше будущее, и мы сейчас это пожинаем, и, ну, я надеюсь, тоже обеспечим будущим наших детей. И несмотря на то, что мурал еще не закончен, он уже привлекает к себе взгляды. И наверняка каждый найдет в этой фреске свой смысл. Я на самом деле, ну, мне сложно ценить, как бы, во-первых, свою работу как автору. Я надеюсь, что горожанам это понравится. Надеюсь, что гости столицы тоже заметят эту работу. И не просто увидят ее, там, сфотографируют, но и задумаются о смысле, о глубине этого изображения. До окончания работы осталось пара дней, и этот проект украсит Казань еще одной прекрасной настенной живописью совместно с другими работами Рустама. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универ Ньюс.